Что это было? Это от микрофона или это он? Мне кажется, это шум микрофона. Добро пожаловать на наш канал. Джонни! Это я. Вот он. И я. Ричард. Вот здесь. И я намекну вам на сегодняшнего артиста. На кого будет реакция? А, ну понятно. Сегодня у нас Димаш. Мы послушаем песню, которая называется «Незабываемый день». Видео, которое мы будем смотреть, нет субтитров. Так что, Джонни, давай я тебе просто прочитаю слова песни. Вот такие слова. «Я полюбил тебя с первого взгляда. Твой голос нежный и игривые слова. Околдован был тобой, душа моя. От тебя не смог оторвать свои глаза». Похоже, эта песня про любовь. «Ах, этот чудесный, незабываемый день. Ты долгожданная мечта. Ты мой рассвет, моя заря. В руках лелеять я готов. Тебя, родная, я всегда. Сердцу не прикажешь не любить тебя». Классная строчка. Знаю, что это перевод, но мне понравилось. И пламя в нем не угаснет никогда. «Если будешь мне судьбой дарована, я буду самым счастливым в этом мире. Ах, этот чудесный, незабываемый день». В общем, здесь совсем другие эмоции. Не как в двух последних песнях, которые мы посмотрели. Возможно, здесь у него будет совсем другое звучание. Жду не дождусь. Но так давайте начнем. Ну, давайте. Бір көргеннен ғашық болдым өзіңе. Еркелеген балдай тәтті сөзіңе. Қылығыңмен баурап алдым жанымды. Қарай бердім нұрға толы жүзіңе. Мне понравился этот первый куплет. Я ожидал что-то более позитивное, если смотреть на слова. Но здесь есть вот эта искренность. Будто он реально в том моменте, когда влюбился в нее. В этих словах так много души. Это ненадменно звучит. Знаешь, мне это немного напомнило песню Элтона Джона. Sorry seems to be the hardest word. What have I gotta do to make you love me? What have I gotta do to make you care? Я обожаю эту песню. Да, мелодия, конечно, не такая. В этих словах очень много смысла. И он вот чувствует это. Есть какая-то печаль. Но это не грустная песня. Он же здесь говорит о своей чистой любви. Очень простая, но эффектная мелодия. Жүрек ешкім жүргіз алмас әбірі. Сөндір алмас сезімінің шамын.
Он пока проявляет невероятную сдержанность. Это нетрудно предвидеть, что будет дальше. Я знаю, но мне это нравится. Как будто кто-то взял все эти инструменты и намеренно сдерживает вот это все. Меня всегда такое интриговало. Да, это все равно, что ты сидишь в Ламборджини и едешь себе такой на первой скорости. Он позволяет песне диктовать свои правила. Я думаю, он понимает, что ему не всегда нужно делать эти акробатические штучки. Я согласен. И мне нравится, что он до сих пор... В нем до сих пор есть какая-то ноша. Мне кажется, это что-то личное для него. Потому что все воспринимается так близко. Он как будто бы говорит нам, «Я хочу, чтобы вы услышали это так, как я это чувствую». Там есть вот это чувство... Серьезности, что ли? И это вплетено во все, что он делает и что мы пока видели. Это что-то дорогое для него. Здесь есть глубина души. Такое ощущение, как будто сейчас что-то будет. Вот и оно. Это круто! Что это было? Это от микрофона или это он? Мне кажется, это шум микрофона. А может и он. Я с ним вообще ни в чем не уверен. Это он. О мой бог. Я такого никогда не слышал. Никогда в своей жизни. Да там же еще вибрато. Да я о том же. У микрофона такого не будет. Там же можно услышать, как это слегка идет вверх. Боже мой, я это едва заметил. Я думал, что это какая-то техническая неполадка. И где же он? Это выше вот этого. Ёпарасете. Я даже не знаю. Подожди-ка. Итак, откуда начался подъем? Это было где-то... Там была смена тональности. Фа. Ага. Фа диез.
Итак, это... Здесь это фа диез. Фа диез 5. Си бемоль до. Вот так? Ага. Ре. Боже мой, это же на две октавы выше. Да ну, гульбану. Джонни, это вне пианино. Хлебать копать. У меня есть приложение по измерению частоты. Если это Ре7... Слышишь частоту звучания пианино? Он сейчас в этом диапазоне. И эта нота до 8. Значит, у него это Ре8. Ты помнишь, какая у него самая низкая нота? У него был вокальный фрай довольно низкий. Это или до, или ре. Но я точно знаю, что он пел ноту ми чистым тоном. У нас тут 6 октав. Ё-моё, у него их может быть 7. Если он хорошенько настроится и исполнит фрай пониже, то это получается... Я никогда не слышал, чтобы у кого-то было 7 октав. А я никогда не слышал, чтобы человек издавал вот такой вот звук. Это невероятно! Это же вне пианино. Как много раз Диарс нам твердили, что мы еще ничего не слышали. И они были правы. Где вообще предел? Где заканчивается гора? Он перешел на следующий нечеловеческий уровень высоты. Но это было бы так же прекрасно, если бы он этого не делал. Это живое исполнение. И почему бы нет? Я про то, что эта песня и без этого была бы прекрасной. Лично я был уже удовлетворен всем тем, что он сделал до этого. Можно было, конечно, этого не делать. Но ёшкин кот, как же это было круто! Я пытаюсь сыграть эту ноту, которой нет на моем пианино. Он же не сможет спеть выше, чем это. Ты сейчас напросишься. После первого видео все сказали, это фигня. Я такой, фигня? Это прозвучало очень гиперболично. Давайте не будем преувеличивать, но все-таки они были правы. Они были абсолютно правы. Ну что ж теперь делать? Мне больше нечего сказать. Уже как целых 5 минут. Потому что у меня челюсть отпала. Всем пока.